Но согласитесь, документы же не могут быть мифическими, если есть определенная процедура, предусмотренная действующим американским законодательством. Но эту процедуру надо выполнить. А сегодня получается что? Мы знаем только одно, что американское правительство преследует Сноудена. Простите, господа, вы за что его преследуете? Вы за что его преследуете? Объясните, скажите. Разве это не было озвучено? Юридически существуют определенные требования, и эти требования нужно выполнить. Он на сегодняшний день, я ему задавал лично вопрос, что касается его паспорта и гражданства, поскольку мы знаем, опять же, из средств массовой информации о том, что якобы он лишен гражданства и аннулировали его паспорт. Он ничего не получал, никаких уведомлений, он только слышал об этом, так же, как и мы с вами, из средств массовой информации. Простите, но правосудие таким образом не может вершиться. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».